по морю путь открыт, куда глаза глядят. Йо-хо! Йо-хо! Вперед! Вперед! Любых врагов перехитрит пиратский наш отряд. Йо-хо! Йо-хо! Вперед! Вперед! Прекрасна жизнь нетландских пиратов. По волнам гуляем тут и там. Стань одним из нетландских пиратов. Стань, как Джейк, спеши скорее к нам. Джейк! Готов! Изи! Готова! Габи! Готов! Готов! Джейк и пираты Нетландии ждут тебя, приятель, но чем ты не пират? Вперед! Джейк и пираты Нетландии возьмут тебя с собою, пиратский свой отряд. Вперед! Кое-кто может сразу сказать, что все это, наверное, выдумки, что в жизни таких малышей не бывает. Но никто ведь и не говорит, что они в жизни бывают. В жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое. В некотором сказочном веселом городке жили небольшие человечки-коротышки. Человечки в лодочках катались по реке, а по вечерам читали книжки. Утром только солнышко коснется их лица. Любят коротышки просыпаться очень рано. Каждый коротышка ростом меньше огурца. А вот мамы как у великана. Кара-кара-коротышки носят шляпы и штанишки. Подружиться с ними каждый будет рад. Кара-кара-коротышки обожают кушать пырышки. Кара-кара-кара-кара-карамели шоколад. Коротышки делают зарядку по утрам, крутятся на грядках, а потом играют в шашки. Ходят по походе по лесам и по горам, собирая маки и ромашки. Вот. Коротышки успевают делать много дел, и при этом любят отдыхать и веселиться. Если же один с другим поссориться успел, ничего не стоит помириться. Кара-кара-коротышки носят шляпы и штанишки. Подружиться с ними каждый будет рад. Кара-кара-коротышки обожают кушать пышки. Красными цветами коротышки любят строить замки на песке, тут же оживляя их мечтами. Коротышки вместе очень любят песни петь, любят слушать сказки про волшебников и принцев. Если вы не верите, что коротышки есть, приезжайте, чтобы убедиться. Кара-кара-коротышки носят шляпы и штанишки. Подружиться с ними каждый будет рад. Нет! Оп! Хорош! Юнский друг не свой, я разобью! Включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто! У меня самый приятный в мире голос. А на что? У меня самый приятный в мире голос. В траве сидела саранча и пела песню ча-ча-ча, ча-ча-ча, а жу-жу-жу, а зи-зи-зи, а жу, а зи не тормози. Ещё в магазин заходит. Халён, чё, 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 чё? Мой твоя не понимаю. Ну, Мама, ты же сами объясни торт. Что такое? Большой, вкусненький, с двумя руками. Ты такой большой и сладкий, чё же? Показываешь. А холодец? А ты еще и съесть себя хочешь, чем меня съесть? Холодный, наверное, голодный просто. Да, голодный, да, зубы еще были. Да.
короче, голодный человек. Там, наверное, на торте свечки, да, их можно же задуть. Я бабочка. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут. Давай, рядом, надо разбудить. Включить тебе солнце или звезды. Вставай. Воскресенье, суббота, дружба — это не работа. Ох, я балована дочка у тебя. Макс, ты должен делать, чтобы он за тобой повторил. Особое задание. Ты должен в зеркале увидеть себя. Польку. Я же говорил, что меня бабушка учила польку. Ну все, догоняйте его. А что, они по двое уже бегают, да? Когда я уже увидел. Да. Активнее, активнее. Так, они, а кто последний? А подожди, может уже бегать? Так они ж перевозят, они ж по очереди. Здесь вагон надо? Ну да. Быстрее, быстрее, быстрее! Лиза, помогай, помогай. Бегом. Чуть-чуть осталось. Да все, наверное, уже можно включать. Или пусть еще побегает. Максик, а ты что помогаешь? Там жди. Давай. Так, скоро время выходит, уже выходит. Песня заканчивается, бегом. Вон, глянь, как двумя руками. Давай. Ром, ты присядь там в кучу, они сейчас даже на руки. Лиза, иди бери семечки. Аня. А! Вот, смотрите, если что. Какие буковки остаются еще, ну? А вон на доске. Из тех букв составит слово. Там, где лежит приз. Где может приз лежать? А ну, подумай.
Почва. Почва. Если мы перекладывали эти, потом пошли голубей кормить, полка. Ну, не знаю, не знаю, что там. А ну-ка, сейчас я... По... Ло... Пола... Полоч... Ка? Полочка! Да полка! Максик, иди тоже. О, сейчас перевернут все. Аккуратно, ничего не разбить. Ничего не поломать. И где тут у вас полочки? Нет, чтобы мы видели. А ну-ка, ну-ка. На какой же полочке? На этой? Не знаю, щи. Оля, там теплее. А ну давай, где нашла? Покажи, где нашла? Кольцо! Слышь, нашли. Кольцо нет, это не то. Это ж не клад. А может клад в какую-то коробочку? Я нашел! Что ты нашел? Не, положите денежку. Мама, где теплее? Полочки! Вот Оля говорят, ты плохо. Значит, здесь холодно. А может в этой коробочке посадить? Там где-то 3 полочки или 4. Нет! А может на верхней? А может. Это что? Нет, это не она. Все перевернуть, все переломает. Потом же надо будет все пособирать, послаживать, так чтобы аккуратно. Так. Еще думаем. Вот это с пираты запрятали, да? А, ох, и пираты. Вот что такие. Вот это с такой командой и это. Рома, есть еще чёрные. Давайте подсказка. Это будет не маленькая коробочка, не маленькая, не. Вот она. А ну где? Где? Вот она. Вот она, аккуратно. А ну доставай аккуратно. Тихо, по одному. Куда нагребли? Куда нагребли? Поделить надо, чтобы поровну было. А не мы бандиты, гангстерито, мы кассето, пистолето. Ой, ес. Мы стрелянто. Убиванто, украданто, то и это, ой, ес, банко тресто, президенто, ограбланто, ун моменто, ой, ес.